Тем были Гнесины, чьим именем названо музыкальное училище. Из 9 детей Фабиана и Бейла Гнесиных 7 посвятили свою жизнь музыке. Каждый из братьев и сестер внес свой вклад в развитие русской и мировой музыкальной культуры. Отец, Фабиан Осипович Гнесин, был общественным раввином Ростова-на-Дону. Мать Бейла Исаевна Гнесина – певица-любительница. Первые 4 сестры окончили Московскую консерваторию. Однако в 1891 году скончался их отец. Платить за обучение младших сестер и братьев было нечем. И тогда 3 старшие сестры основали в Москве частное музыкальное училище, ставшее в дальнейшем Российской академией музыки имени Гнесиных. Благодаря сестрам Гнесиным в России была создана 3-ступенчатая система музыкального образования – школа, училище, вуз.